не Луна. Не какая-то далекая и неизведанная планета. Это мой дом, Земля. Я не знаю, что случилось. Что теперь делать? Ребята, как в космос занесло. Меня? Ну, я встретил космонавта в детстве. Меня тогда это очень впечатлило. Что это было? Возвращайся на корабль. Я пытался установить связь, но Земля молчит. Тотальное радиомолчание. Даже спутники на орбите исчезли с радаров. Страшно. Холодно. Страшно. Л-9, сколько я спал? 36 524 дня. Л-9, убери значение юмора на ноль и повтори ответ. У меня еще нет такой функции. Что? Твоя задача — поддерживать работу станции. Тестирование автономной работы L9 еще не закончено. Мы не можем рисковать. Черт его знает, сколько может продлиться этот шторм. Поэтому для экономии ресурсов ложись в криокамеру. L9 разбудит тебя, если появятся неполадки или вернется связь с Землей. Из-за вулканических выбросов молнии... Мне подготовить криокамеру? Да. 100 лет. Я спал 100 лет. Даже если моей жене и дочери удалось спастись во время того шторма, их больше нет. Вам нужна помощь? Л-9, удали весь кислород со станции. Я боюсь, я не могу этого сделать. Л-9, просто сделай, что я говорю. Ваша смерть нелогично. А что теперь вообще логично? Взять яйца в кулак и спуститься на землю. Что? У тебя точно нет функции юмора? Я саморазвивающийся искусственный интеллект. Вы мне напомнили о юморе. Я начала его развивать. Да. Л-9 права. Я должен спуститься на землю. Нельзя позволять страху взять верх. Л-9, подготовь капсулу спуска. Она уже готова. Да? Отлично. Вы возьмете меня с собой? Что? Как? Вставьте этот модуль в рюкзак своего скафандра. Пожалуйста, я не хочу быть одна. Хорошо, ты мне пригодишься. Л-9, приготовиться к спуску. У меня больше нет доступа к кораблю. Я в вашем скафандре. Ладно, тут я и сам могу. Что бы я там ни увидел, кого бы я там ни встретил, я хотя бы узнаю, что случилось. Так, ну и как говорится, АОЕ, я родился. Управлять джойстиком нормально, да? Да, можно управлять джойстиком! Ю-ху! Для начала не снимать скафандр. Окей. Ю-ху! Ю-ху! Здесь есть кто-нибудь? Да, конечно. Эти людей. Да. Да, конечно, да. Пусть тебе тут люди, конечно же. Ни в подвале, нигде. В доме посреди пустыря, нахуй. Могил. Я скучаю по тебе. О, черт. Это грустно. Черт побери. В радиусе 1000 километров найдена 1 сигнатура живого человека. Всего 1? А чё, почему вообще 1? Вообще, по сути, должно быть 0. Раз без скафандра здесь нельзя выжить, то... Даже олень не выжил. Хотя ладно, олень тут хер знает, сколько уже лежит. Но блин, вы думаете, что кто-то выживет? Распрыжка. Я же уверен, что здесь распрыжка, это пошло с тремя, кажется. Человек, которого мы ищем, находится внутри этого здания. Отлично. Надеюсь, у него есть... Свобода, равенство, братство. Звучит... хайпово. Да. Метров. Что это? Какой странный фонарь. Фонарь?
Это фонарь. Ёб твою мать! Что случилось? Мы мужика убили. Я сошел с ума, да? Походу. Ёбаный рот! Что тебе, блядь, такое? Фонарь. Блядь, фонарик, блядь, как ты включаешься, вот. Я, блядь, понял. Изыди нахуй! Изыди! Сука, не, блядь, это не работает. Блядь, прав, блядь, как это работает? Блядь, мне пизда. Мне пизда, да. Вы мертвы. Да ну нахуй! Серьезно! А это думал я прилечь, лег. Может, получится использовать фонарь? Отлично! Я не вышло! Надо зажимать, блядь, серьезно. ЗБС. Как. Что? Что за звуки? О! Все, поехали. Ну, давай, поехали. За рычаг дернуть. А. О, подобрал. Что-то сверкает что-то. О! Подушлёт, или они хорошо, все, можно ехать? Блять, чему нельзя поехать? Я хочу поехать! Как ехать? Похлопать. Рычаг нужно опустить, когда я уже сяду в тележку. Попробуйте что-нибудь бросить. Что? А что бросить можно? Мужика бросить. Что бросить? Что бросить? Что бросить? Ну все, поехали нахуй. Все, идеально прицелился, погнали. Ю-ху! Новое метро 2033. Космос Старс. Ну и мы приехали. Отлично. Нужно добраться до станции. Да без проблем, на изи. Я надеюсь, что поезда не ездят. Осторожнее. А-а-а! О, нет. Ну, схема мне, в принципе, теперь ясна. Думаю, все понятно. Ехать, что это? За кусок говна. Мишка! Ёб твою мать, это не Мишка! Ёб! О, нет. Ебать! Хо-ха-ха-ха, вы думали, я вас не переиграю? Но я выжил. I'm alive. Площадь Гагарина. Ехать, бомж! Мелочишки не найдется? Блять, ты видишь чувака в скафандре, откуда у меня мелочь? Станция работает только на вход. Да, там на улице митинг идет. Пошел нахуй. Нужно поднять этот заслон. Нет проблем. Ну все, сезам откройся. Ну давай, давай, молодец. Блять, стоп. Блять, включайся! Вы мертвы. Ебать копать. Это какой-то бред. Есть немного, согласен. Ты находишься в реально бредовой ситуации. С одной стороны... Подземные толчки. Амплитуда минимальная. Ну... Это мне пока ни о чем не говорит, надеюсь. Кроты, может быть. О! Пеннисвайз! Здорово. Ебац! У этого деда ключ. Дай ключ. Дай ключ. Дай ключ. Дай ключ. Дай ключ. Мудила, дай ключ. Что? Обманула дурака на 4 кулака. Ебаться на ебатор. Ты что творишь? А я так мог был? А что так можно было? Ключ немедленно. Отдам ключ только за подарок. Я с тобой торговаться не буду. Отдай. Я с тобой. Эй, отдай ключ. Отдам ключ только за подарок. Она мне нравится. Надо что-то с этим делать. Можно в тебя баллон кинуть? Не, вроде нельзя, падла. Я бы тебя баллон кинул. О, нет. Пеннисвайз, я иду к тебе. У тебя должно быть что-то. Мне очень нужен шарик. Мне нужен новый баллон. И спирт. А спирт нахера? А спирт зачем? Да. Что бы ты спросил? А ты сам как думаешь, зачем мне спирт? Понятно. Ну ты пенис, Вася, пенис. На поиски спирта! Вот спирт. А вот спирт. Пенис, Вася, я принес то, что ты просил. Волшебное зелье. Антипохмелин называется. На. Нужен ключ. Эй, лови шарик!
Вот это другой разговор. То есть ты обменяла ключ на шарик, но не решилась обменивать его на медведя? Шарик, который лопнет через пару часиков и... Сука, где ключ? Шарик, который лопнет через пару часов, и медведь, который может прослужить тебе несколько лет спокойно. Так, ничего тут нету? О, вы мне пиздите, тут жердяй, мужик. А ты знал, что тебя обошли? Ты знал, что это тебя космонавтик? Погнали. Воу, вот это уже страшненько. Это уже жутковато, реально. Мы в психушке? Или где? Аня, блин, ну чего тут развел опять? А ну давай в палату. Ты не понимаешь, это более шедевр. Это местный пахом же, из зеленого слоника. Все стены говном сейчас смажут каким-то. Эй, вы, блюдосы, ловите говно! Понял, зря быканул. Кушайте, кушайте, не убивайте. А что это за... Ой. Ой, я надеюсь, вы меня за это не кокнете, не? Не, вам вроде насрать. Ладно. Женщина, здравствуйте. Это ваш стол? Да-да-да, вот сюда поставить надо. Все. Я изматываю из этой реальности. Ах, какой цветок! Ох уж этот Гриша! Иди ко мне, мой старый дурак! Ой, Ленка, ты это чего? Да по-украински заговоры. Что, теперь по крышам будем бегать? Ну, спасибо, блин. Удружили. Теперь прыгай по крышам, да? Вы мертвы. Спасибо, Кэп. Ладно. С книгой свидетельства. Зачем мне эта книга? Возьми. Возьми книгу, пригодится. Зачем мне эта книга? Зачем мне эта книга? Зачем тебе скафандр? Чтобы не умереть. Зачем тебе книга? Чтоб почитать! Вот книга. Чё? Эй, мужик! Стой! Не прыгай! В натуре. Я одинок. Трачу жизнь в дурацком офисе. Если я исчезну, никто и не вспомнит. Да и мир все равно скатится в тартарары. Да. Ты прав, наверное. Я вот из будущего пришел и... Ты бы знал, что я там видел. Я думал, что мир можно спасти. Спасти души людей. Но с каждым днем я убеждаюсь, что их не нужно спасать. Они сами выбрали свой путь. Может, вместе прыгнем? Пожалуйста, не прыгайте с ним. Не знаю, надо как-то комментировать это. Пусть заболтают. Сюжет оставим. Но, честно говоря, у меня нет настроения для коллективного самоубийства. Знаешь, я даже роман об этом написал. Думал, это поможет. Выплесну все на бумагу. Но... Нет, людям это оказалось не нужно. Я в лишний раз убедился в том, что я простое ничтожество. Нет, хватит. Нельзя сдаваться. Подожди немного, не прыгай, ладно? Не стану обещать. Такой ветер... Может, мир меня самоубьет. И походу тебе найти за той книгой. Зачем мне эта книга? Человека? Хотел бы я знать. Интересно, а у меня есть душа? У тебя, Элнайн, точно есть. У тебя она, да, есть, конечно, да. Зачем мне эта книга? Зачем мне эта книга? Ну да, ну да, теперь мы будем переться за ней. Гениус, ёб твою медь. Это ведь его роман. Его это может переубедить. Вот, я принес из будущего твой роман. Тебя ждет успех. Не бойся отнести рукопись в издательство. Что? Откуда ты его взял? Я же из будущего, помнишь? И там он издается огромными тиражами. Не могу поверить. Неужели это правда? Это точно не галлюцинация? Да. Не прекращай работать. Людям это нужно. Да, ты прав. Нельзя прыгать. Спасибо тебе. И удачи. Это мило.
Мы смогли спасти какого-то усатого чувака. Дыра. Мне в нее прыгать? Это конец. Походу. Мы ноги себе сломали, как минимум. Ого, огромное здание. А, тут ограбление. Движение, я стреляю. Тут ограбление. Если вы хотите уйти отсюда живыми, то делайте, что мы говорим. Нам спасти надо. Надо как-то помочь этим людям. Да, нам надо спасти. Это может пригодиться. Опа. Мокака за мной. Кидаем обезьянку. Вообще похер. Здоров, чувак! Не ссы, сейчас спасу. А, спасибо огромное. Я уж думал, нас убьют. Этого оставь мне. У меня с ним личные счеты. Бля, какой! Побежал! Сейчас реально пизды даст. Заяц, беги! Чел, лови! А! Я убил его! Макакой! Джаггернаут! Стреляй! Фу-ху-ху. Это было близко! Я услышал свист пуль! Чёрт. Он без сознания. Бля, я всех уцепил. Как так? Серьезно? Этот тоннель ведет прямо в жилой квартал. 10, 9, нужно избавиться от этого завала. 7. 6. Беги! 5, уходим из этой реальности! 3. Меня что, не заденем, я думаю? 1. Бум. Бум, отлично. Бэйби. Сделай. Ваше сердцебиение участилось. Все в порядке? Да. Это мой дом. Спасибо, онлайн. Обозначить следующую точку на карте. Слушай, неплохо. Я надеюсь, не придется. Понял. Хорошо. Блин. Ну, нормально. Чистая сестрёвская квартира. Заходим. А чё? Только так, я понял. Чёрт, почему он перестал работать? В смысле? Фонарь не работает, блядь, пиздец. Я знал этих людей. Мои соседи. Неужели все закончилось настолько быстро, если их портреты до сих пор тут висят? Походу. Что суть? Опять это твой? Да твою налево! Почему сейчас? Фонарь не работает. Бежим, 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 бежим. Да работай, блин, я клацаю на кнопку и бегаю, и всего, я все клацаю. Он не залазит. Залезть! Он залез. Все, наконец-то. Работай, ну работай же. Блядь, оно за мной... Оно по ним, оно, блядь... У меня матов нет уже. У меня только 2 мата, все. Бежим, просто бежим. Лестница. У меня уже жопа, мне жопа. Нет, это уже 2 раза кинуть. Черт, почему он перестал работать? Помогите! Нет, жоп. Пиздец. Да, все. Полезли. А, это банки консервные. Болты, банки. Он уже тут, он уже тут. Блять, быстрей. Стол! Толкай его! Толкай! Нет! 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 Не надо кусь! Не надо кусь! Не надо за жопу! Не надо за жопу! Пожалуйста! Не надо! Нет! 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 Пляс! 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 Не трогай! Не трогай! Да что ж такое? Работай, черт тебя дери! Только не сейчас! Я, кажется, сломал игру. Ничего, бывает. Давай! Чу-чу-чу-чу-чу! Все, полезли, попрыгали, полезли. Что такое? Давай. Ты, черт тебя дери. Да блин, а что он такой быстрый? Он меня сейчас реально догонит. У меня конечно, мы быстрые, да, но он еще быстрее. Ты, черт тебя дери. Да блин, сейчас. Лифт, где ключ? Где ключ брать? Что делать? Ну работай же. Да работай. Мне жопа. Погодите, что? Черт, почему? Погоди, мне кажется, я скользил сейчас. Я скольжу. Я не хожу, я скольжу. Я, кажется, как-то игру сломал. Но я понял, что надо делать. Он близко! Фу. Почти схватил! Надо быстро сейчас делать, надо сейчас быстро все делать. Быстро хватаем руль и... Не знаю, как это работает, но это работает. Давай, и... В этот... Быстро, быстро, он прям рядом. Быстрее! Быстрее чуть-чуть. Все. Мы сбежали? Он вроде никуда не лезет. Или он сейчас вверх зайдет и как-то через вверх. Нет? Работай!
Ну работай же! Мы ушли, все. Фух, можно расслабиться. Мы даже игру эту игру забаговали. Тебя дери, только не сейчас. Да, наконец-то. Космос, да, наконец-то. Ух ты. Ух ты, настоящий космонавт. Это не то время. Это ГГХ? Да, малыш. Был. А возьмите меня с собой. Я уже все уроки сделал, ну пожалуйста. К сожалению, я не могу тебя взять с собой. Это был я. Да, я так и знал, это был ГГХ, только маленький. Их здесь нет. Может, они все-таки пережили этот шторм? Может быть. Ты спускаешься вниз, там что-то херобора. Что теперь делать? Неподалеку есть военный научный центр. В нем должны были сохраниться черные ящики с записью сейсмической активности. Да, отличная идея, Элнайн. Я могу попробовать закинуть их в прошлое, предупредить людей. Ну, интересная идея, кстати. Что бы я без тебя делал? Умер скорее бы. Всего, умерли бы. Да-да-да. Но ничего, мы в одной лодке. Маршрут построен. Кратчайший путь через оранжерею. Окей, погнали.